зная то, из чего мы сделаны на уровне души, мы можем найти, как себя здесь лучше проявить. И важно это делать. Мы все произошли из одного и того же места, которое называется Божественный Источник. Одно дело делать что-то, потому что я должна, а другое, потому что я хочу. Меняет абсолютно все. Ирина, скажите, как найти свое предназначение? Ну, наверное, есть много способов найти свое предназначение. Опять-таки, я пользуюсь теми инструментами, которые я люблю. И для меня это, пожалуй, самый главный инструмент – это хроники Акаши. То есть мы можем открыть хроники Акаши, и как раз этому я учу на своих курсах по хроникам, и посмотреть определенные там моменты. Для меня предназначение строится из трех основных составляющих. Первое – это те энергии, из которых мы сделаны на уровне души, потому что именно их мы пришли сюда проявлять в этот трехмерный мир. И если мы не знаем, из чего мы созданы, да, какие энергии у нас преобладают, доминируют, то нам, в общем-то, сложнее проявлять то, чего мы не знаем. Хотя очень часто ко мне приходят люди, которые уже достаточно интуитивно продвинуты, и они интуитивно осознают свое предназначение, но всегда полезно получить подтверждение этому. Тем более от человека, который вообще вроде бы как тебя не знает. Да? Вот он только открыл хроники и выдает тебе вдруг все то, что ты уже всегда знал. Это очень хорошее подтверждение. А второй момент, из которого складывается предназначение, это группа происхождения души. Хотя на самом деле мы все произошли из одного и того же, я имею в виду как души, да, мы все произошли из одного и того же места, которое называется Божественный Источник. Но именно когда мы решаем инкарнировать куда-то в самый первый раз, мы на уровне души выбираем это место очень серьезно, потому что когда мы что-то делаем первый раз, это не очень комфортно. Поэтому душа будет искать планету, где ей было бы энергетически комфортно. И, соответственно, все души, которые притягиваются к определенной планете для своих первых инкарнаций, они близки энергетически друг к другу и близки вот к этой планете. Именно это создает группу происхождения. Ее можно сравнить с национальностью. Вот у нас здесь, на нашей планете, Земля. То есть, если я вас попрошу, предположим, описать мне итальянцев или немцев, я думаю, вы мне скажете, что итальянцы все очень громкие, шумные, да, они постоянно поют или говорят. А немцы, они все очень правильные, у них у всех компьютеры в голове встроены, да, они все делают четко, по порядку. Понятно, что каждый итальянец индивидуален и каждый немец индивидуален. Но, тем не менее, как у нации, у них есть эти общие черты, которые никак и ни с кем не перепутаешь. Вот примерно то же самое существует и на уровне душ. И опять-таки, каждая группа приходит на Землю для того, чтобы осуществить какую-то определенную цель. Очень часто они приходят для того, чтобы помочь. Иногда бывают другие ситуации, и это тоже входит в понятие предназначения, это тоже все можно определить через хроники Акаши. Ну и третий момент, который входит с моей точки зрения в предназначение, это вибрационный уровень сознания. Квантовая физика говорит нам о том, что все вибрирует, и то, что существует 12 вибрационных уровней. Причем разница между этими уровнями в частоте вибрации. То есть самый низкий уровень номер один – это будет уровень там, где все очень медленно вибрирует. Ну, здесь на Земле это уровень камней и минералов, там ничего не меняется столетиями. Да, если вы подумаете о какой-нибудь горе, вот она как стоит, так она и будет стоять. Самые высокие вибрационные уровни – это уровни с 8 по 12. То есть это уровни Божественного Источника, когда мы, когда вообще в принципе нет тела, и когда у нас есть только сознание единства.
Когда душа отделяется из божественного источника, она понижает немножко свой вибрационный уровень до уровня 7. А потом эта душа, которая вибрирует на 7 уровне, она решает инкарнировать физическое тело, ну, скажем, здесь на Земле. А здесь на Земле тела вибрируют на уровне 3. Так мы устроены, потому что у людей есть физическое, ментальное, эмоциональное тела, да, как бы так сделан человек. И вот эта душа 7 уровня, она как бы ныряет в это третье, трехуровневое тело. Разница достаточно большая. И не очень удобно это делать. И обычно, что делают души, они понижают свои вибрации до уровня 3. Тогда им легко интегрировать вот в это тело. И потом уже потихонечку из инкарнации в инкарнацию они начинают подниматься по лесенке духовного развития с тем, чтобы через энное количество инкарнаций опять добраться до своего уровня 7. И получается, что пока мы находимся в физическом теле, наше сознание может вибрировать на уровне 3, 4, 5 или 6. И вот у каждого сознания, уровня сознания есть свое предназначение. Как правило, люди, которые приходят ко мне на мои курсы, это люди, сознание которых вибрирует на уровне 5. И это люди, которые идут по пути духовного развития. Я их называю духовные искатели, которые задают вопросы, кто я, что я и что я тут делаю, которые работают с любыми блоками, ограничениями, которые мешают им быть собой, идти по своему пути. И уже на этом уровне люди находят возможность внести свой вклад в просветление человечества. То есть для людей уровня 5, у которых сознание вибрирует на уровне 5, мы можем сказать, что частью их предназначения – это внести свой вклад в просветление человечества. Конечно, это очень широкие слова. Как это делать? И тут как раз опять мы возвращаемся вот к тем вибрациям, из которых мы сделаны на уровне души. Потому что если у вас доминируют вибрации сострадания, то это через помощь людям, через какую-то деятельность, которая связана с самыми первичными человеческими нуждами. Это может быть там фермерство, садоводство, выращивание, обучение, воспитание детей. Это может быть какая-то благотворительная деятельность, это может быть защита окружающей среды, вот что-то из этого. А если, скажем, у вас доминирующая энергия созидания, то это будет через созидание чего-либо на физическом уровне. Кто-то строит дома и объекты. Но опять-таки это будет со смыслом, да, это будут такие дома и объекты, которые способствуют просветлению человечества. Например, у меня был человек, который строит экологические дома из дерева, да, это уже дело со смыслом, да, дело с сонастроено с предназначением. А кто-то с этими энергиями создает общество, кто-то создает какие-то духовные клубы, группы. Так что возможностей масса, и никто никогда никому не скажет, вот конкретно делай то или другое, но всегда, зная то, из чего мы сделаны на уровне души, мы можем найти, как себя здесь лучше проявить, и важно это делать. И еще один момент, на котором я бы хотела остановиться и такое обратить на него внимание, это то, что иногда ко мне приходят люди и говорят, вот у меня громадный потенциал, а я делаю очень мало, вот я знаю, что я должна делать больше. Но на самом деле никто ничего не должен, потому что одно дело делать что-то, потому что я должна, а другое, потому что я хочу, меняет абсолютно все. И в каких-то инкарнациях действительно вы можете выбрать работать с тысячами, может быть, с миллионами людей, я не знаю. А в другой инкарнации вы будете работать со своим ближайшим окружением. Может быть, это будет 3 человека, может быть, 5, может быть, 10. И в том и в другом случае вы будете выполнять свое предназначение, если вы будете выражать свои энергии и если вы будете сонастроены со своей группой происхождения, выполнять ее функции. Но для этого вам нужно зайти в хроники и получить эту информацию, поэтому добро пожаловать на курсы. Дорогие друзья, дорогие подписчики канала,
Я хочу пригласить вас на курсы, которые я буду проводить в самое ближайшее время. Курсы разные по тематике, поэтому выбирайте то, что вам нравится. Первый курс стартует в конце августа. Это «Хроники Акаши» для сонастройки физического и тонких тел. Это если вы хотите работать с хрониками. И второй курс в сентябре называется «Устанавливаем контакт с Высшим Я и духовными наставниками», если вы хотите лучше понимать, какие многомерные помощники есть в вашем пространстве и что они для вас могут сделать. Я жду вас на курсах. Всего доброго!